Ульяновской области стартовал 8-й региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2019. В межрегиональном центре компетенции собрались около 300 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Открытие чемпионата прошло 25 ноября. Актовый зал на центральной площадке соревнований в межрегиональном центре компетенций вместил в себя более 500 человек, участников и экспертов. Гостей развлекали студенты Ульяновского авиационного колледжа своими лучшими танцевальными и вокальными номерами. А в заключении мероприятия официальные лица выступили с напутственными словами. Россия вступила в движение еще в 2012 году. На сегодняшний день уже 85 субъектов Российской Федерации находятся в движении. Действительно, популярность движения растет с каждым днем и набирает обороты. Хотелось бы заметить, что влияние на институты профессионального образования растут и усиливаются. Соревнования пройдут с 25 по 30 ноября на базе СУЗов и социальных партнеров. Среди ребят-участников эксперты определят лучших по 26 рабочим профессиям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, кондитерское дело, сварочные технологии, обслуживание авиационной техники, кузовной ремонт, окраска автомобиля и другие. В основном мы готовились примерно где-то больше года, полтора года. Сначала теорию проходили, узнавали про модули, это читали, узнавали, а потом вот на практике проходили каждый модуль по... Ну, сколько получалось, сколько вы могли, сколько времени было, готовились. В этом году впервые в рамках регионального соревнования состоится чемпионат «Навыки мудрых». Возраст участников от 50 лет и старше. Соревнования планируется провести с 30 ноября по 1 декабря по двум компетенциям – поварское дело и медицинский и социальный уход. Уровень ежегодно растет в связи с тем, что мы приобретаем на площадке более современное оборудование, оснащение этого требует и инфраструктурные листы. Ежегодно вносятся изменения по части применения материалов, оборудования, которое используется на чемпионате. И ежегодно, конечно же, требуется некоторое обновление на самих площадках. В движении WorldSkills Russia Ульяновская область участвует по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2013 года. Победители региональных этапов отправятся на национальный чемпионат профмастерства, где будут защищать честь региона уже в следующем году. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов. Новости Улправда ТВ.